Смерть из-за неравномерно разлитого алкоголя. Накануне суд приговорил убийцу мужчины, пропавшего зимой прошлого года. В деле жестокой расправы и ее причинах разбирался Виталий Абрамов. Информация об исчезновении 54-летнего мужчины, жертвы данного преступления, поступила в апреле прошлого года. Еще в феврале мужчина вышел со своей работы и пропал без вести. При себе он имел мобильный телефон, и когда один из родственников дозвонился, трубку взял неизвестный мужчина. Впоследствии связь прекратилась. 15 сентября 2015 года в помещении котельной, расположенной по улице Циолковского в городе Якутске, был обнаружен труп неустановленного мужчины с сочлененными головой и конечностями. При проведении следственных действий по возбужденному уголовному делу об убийстве личность погибшего была установлена. Им оказался пропавший мужчина. Кропотливая работа следователей и сотрудников полиции помогла выйти на след убийцы, проживающего в помещении котельной. Сначала он признался в совершенном. Со своей жертвой он познакомился в феврале. И в тот день они распивали спиртные напитки, но застолье не заладилось. Потерпевший предъявил претензии о неравном количестве разливаемой водки. Он говорит, так смотрит, что это там, и говорит, что ты себе больше наливаешь, а я больше не наливаю, говорю, я никуда не беру обычно, я просто наливаю, все. Ну и потом, говорит, ну давай выпьем, вот так выпиваю, а он не уйдет, говорит. Дальше завязалась драка, в